В школе 12.57 юные мастерицы посещают занятия по плетению из бисера. Здесь девочки учатся делать красивые фигурки и украшения. Каждое занятие проходит в свободной форме. В основном мастерицы делают бабочек, ангелочков, кольца и серьги. Это определенные технологии плетения существуют. Сначала как бы постепенно они входят в курс дела и потихоньку продвигаются к более сложным вещам. Дети из кружка участвуют в конкурсе «Новогодняя игрушка». И уже во второй год по округу очень достойно выступают.